В запорожских школах прозвенел последний звонок. У выпускников уже позади экзамены, и многие готовятся к поступлению в вузы. Те же, кому в следующем году предстоит вернуться за школьные парты, строят грандиозные планы на летние каникулы. О прощании с «Альма-Матер» Виктория Печерская. С самого утра двор лицея «Выбор» полон учеников с цветами. Торжественную линейку начинают с национального гимна. Традиционный белый верх, черный низ многие лицеисты сменили на вышиванки. И воздушные шарики выбрали патриотичных цветов – желтые и синие. Национальная тема – это очень актуально. А, помимо всего прочего, вышиванка – это не просто символ нашей нации, это еще просто красивая вещь. В данный момент нам очень хочется поддержать друг друга, показать, что мы украинцы, и показать то, что мы гордимся тем, что мы украинцы. Они решили все-таки, что последний школьный день они вот проявят всю свою любовь к нашей Украине, потому что они прекрасно понимают, что новую Украину строить им. Выпускницы Аня и Лена признаются, покидать стены лицея им не хочется. Говорят, за 11 лет слишком привыкли к учителям и одноклассникам. Сроднились все родные учителя, это наша маленькая семья, ну вторая, как бы не маленькая, большая. В институте уже так не будет. Так не будет, как в школе. Я очень сильно расстроена, я не хочу уходить со школы, я очень люблю школу. Мне так обидно, мы больше никогда никто не встретится, все обещают прийти, но никто не придет. Ну, обидно очень, что же закончили школу, так быстро прошли 11 лет, жаль. Двум Настям и Лере еще учиться и учиться. Девочки перешли в 6 класс. Оттого на последнем звонке не грустят. Впереди летние каникулы, а потом снова «Здравствуй, школа». Я рада, что у нас все-таки мы закончили 5 класс. Правда, было не очень легко, но все равно мы закончили, и у нас хорошие оценки в табелях. Я рада, что уже можно отдохнуть, потому что первый год средней школы в школе трудно, тяжело. Я тоже рада, что закончился этот трудный год. Уже скорее бы закончились летние каникулы опять за знания. За учителями буду скучать, за подружками. Главные виновники праздничной линейки – выпускники – решили сделать лицею прощальный подарок. Устроили патриотический флешмоб. На крыльце школы 11-классники развернули огромный флаг Украины. О патриотизме и сильной стране воспитанникам Хортицкого реабилитационного центра напомнил Валерий Баранов. Там губернатор побывал на линейке, посвященной последнему звонку. Руководитель области пожелал ребятам хорошо отдохнуть и не забывать о том, что сильная духом и патриотичная молодежь – это будущее Украины.